Новость об уходе Себастьяна Курца с поста канцлера некоторые австрийцы восприняли с радостью, даже решили отпраздновать. Но состав правительства пока остается прежним. Отставки Курца оказалось достаточно, чтобы удержать зеленых в коалиции. И либералы перешли из нападения в режим ожидания. Отставка Себастьяна Курца с поста федерального канцлера – это верный шаг, важный шаг к будущему сотрудничеству в правительстве, ответственном за Австрию. Мы принимаем к сведению этот шаг. Надо сказать, что решение было запоздалым, и нужно задаться вопросом, а достаточно ли этого. Новым главой правительства предложено назначить министра иностранных дел Александра Шалленберга. Сам Курц продолжит работу в качестве депутата парламента, а значит, будет иметь неприкосновенность. Была серия атак, достигших своих целей, оказано давление, но всему этому придет конец, как только Курц станет членом парламента. Невозможно будет продолжать расследование в отношении Курца, только против других лиц в рамках этого дела. Производство по делу о даче ложных показаний также прекратят. Себастьян Курц заявил, что оставит должность канцлера на фоне коррупционного скандала. По данным прокуратуры, Минфин выделял средства из бюджета на публикацию в местном СМИ статей, в которых Курц и его партия представали в выгодном свете.